Начало Нового года подарило жителям Ленинского района хорошую снежную погоду и возможность проводить время на свежем воздухе. А те, кто верит в чудеса, смогли повеселиться в кругу сказочных героев, которых пригласил в свою новую резиденцию Дед Мороз. Все каникулы со 2 по 7 января. Главный герой новогоднего праздника гостил в Центральном парке, где для него построили особенный дом. Очень здорово, что проводятся такие мероприятия, организуются какие-то активности для тех детей, которые никуда не уехали в новогодние праздники. Очень здорово, интересно. Для детей была организована интересная развлекательная программа. Эльфы играли с ними в познавательные игры, танцевали, чтобы не замерзнуть. А по завершению этой части мероприятия все ребята получили памятные подарки. Мне понравился приз. А вот приз? Да. Скажи, какой приз. Вот, да, ему тоже. Магнитчик с хрюшкой. Активно проведя время на морозном воздухе, дети проходили в шатер, где их ждала Снегурочка. Она помогала мастерить различные новогодние подделки. Вишенкой на торте развлечений был поход главному герою праздника. Ребятишкам Дед Мороз дал наставления на весь год. Детишки, чтоб хорошо себя вели, хорошо учились, ходили в детский садик, хорошо кушали. И родители, чтобы тоже хорошо себя вели. За время работы резиденции ее посетили сотни детей, которые остались в восторге от встречи с Дедушкой Морозом. Теперь они увидятся с ним только через год. Юлия Погосян, Егор Хлябич, Елена Кошлева, Видное ТВ.